Лето, аромат шашлыка, свежие выпечки и довольные лица горожан. Все это – фестиваль «Вкуснофест». Гастрономическая ярмарка впервые состоялась в 2019 году в пойме реки Сатис. В последнее время она проходит на набережной Центрального парка. Предприниматели для города – таков девиз мероприятия. В этом году «Вкуснофест» пройдет 25 августа. Собственно, программа каждый год у нас расширяется. В прошлом году мы совместно с парком праздновали 5-летний юбилей нашего фестиваля и 75-летний юбилей парка. В этом году фестиваль состоится уже в 6-й раз. Примет там участие, если говорить только про пищевые продукты, около 20 предпринимателей. К нам приедут гости из Мордовии, из Нижнего Новгорода, из Москвы. И, конечно же, свою продукцию представят наши предприниматели. В этом году организаторы объединили два события. В парке Зерново состоится выставка дополнительного образования и досуга для детей, где предприниматели представят свои услуги и проведут мастер-классы. Основная часть фестиваля пройдет на набережной парка. Весь день для горожан будут выступать артисты, как городские, так и приглашенные из Москвы и Нижнего Новгорода. Одни из главных гостей – музыкальная группа «Знаки». В программу мероприятий также включен традиционный кулинарный турнир «Власти и бизнес». Командам «Власти и бизнеса» достается по рецепту блюда, которые они должны приготовить. Также планируется мастер-класс от шеф-повара и турнир на поедание, чего именно организатор пока держит в секрете. А на веранде вейк-парка будет организована семейная зона. В общем, команда идейных девушек проведет такую развлекательно-развлекательно-лекционную часть. Программа будет очень интересная. Мы программу очень скоро опубликуем, как только она будет доделана до конца. И на веранде также у нас выступят хедлайнеры, будут выступления. Это после семейного островка. То есть нашим горожанам будет что выбрать, где посмотреть. Будет представлена патриотическая локация с фотовыставкой. Женский клуб организует акцию «Варенье для своих». Горожане могут принести яблоки и ягоды и приготовить вкусное варенье, которое будет отправлено бойцам в зону СВО. Также планируется локация здоровья, где КБ-50 будет измерять пульс у всех желающих. Будет представлена продукция здорового питания. Программа фестиваля не ограничится только гастрономией. Горожане смогут принять участие в перетягивании каната или в сражении на подошках. При этом изначальная идея фестиваля – познакомить горожан с услугами предпринимателей. Каждый из участников будет не только продавать свою продукцию, но и угощать гостей. Так что мы очень ждем наших горожан. Начало мероприятия в 14 часов на Центральной набережной. Мероприятие продлится до 8 часов, может быть, уйдем чуть позже. Хедлайнер выступает в 19 часов. И обещаем, что будет вкусно и интересно. Никита Белямов, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров-24.